Собака – друг человека, а еще отличный защитник и спасатель. В Иванове в течение недели будут проходить соревнования поисково-спасательных кинологических расчетов. Сотрудники МЧС со своими хвостатыми напарниками съехались со всей страны. Кроме того, в соревнованиях принимают участие волонтеры. Сейчас, в летний период, их помощь особенно актуальна, когда в лесах теряются грибники. Тренируют собак добровольцы самостоятельно. Говорят, что порода в этом деле роли не играет. Главное – пораньше начать. Вообще лучше, конечно, для поиска, но мне так кажется, что лучше, конечно, лабрадоры или породы бордер-колли. А фокс, это порода фокс-терьера, он все-таки как бы норный, он любит все-таки лес, как бы такое животное. Но мы его переучили, и он как бы тоже работает, ну, как бы спасает людей. Первый день соревнований – это этап проверки послушания и ловкости. Собаке предстоит преодолеть тоннель, горку, горизонтальную лестницу. Всего 10 упражнений. За неправильно выполненные команды – штрафные очки. Впрочем, многие видели задачи и посложнее. Например, вот этот черный лабрадор по кличке Хита. В прошлом году в городе Тутаев Ярославской области произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Собака наравне со спасателями работала на месте трагедии. Вынесло целый подъезд двухэтажного дома. То есть был сплошной завал. Вот. Приступили к горизонтальной разборке сначала. Вот. Потом обследование собакой. Собака сразу показала точное место, где находится человек, что сильно упростило нам задачу. И таких четвероногих героев тут много. В соревнованиях принимает участие порядка 65 расчетов. После первого вводного этапа проверки поведения и послушания начнутся сертификационные этапы. То есть собака аттестуется, как у спортсменов. Это такая, ну, первые технические бывают такие этапы на любых крупных соревнованиях. То есть они получают квалификацию пригодности к поисковой службе. Далее будет соревновательный этап. На него заявились не все, чувствующие в себе силу. И там могут быть более сложные, нестандартные ситуации, с которыми, уже получив аттестацию, кинолог и собака справляются. Самым интересным этапом соревнований станет поиск человека в лесу и поиск пострадавших в завалах. Организаторы обещают, что все будет правдоподобно и натурально. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.